градуса бортом. Что-то нету, видишь, перекрестка. Экспресс есть, ничего себе. Мы проехали. Прямо короткий путь. Кошмар. Верный, проверенный. Куда едем-то? Ну, как ты поднимаешься и что, и куда там? Хватили бы тоже бы вот эти, да? Да. И все, что нормально. Местные новые под этим выцвел.
Интересно, это свет у них постоянно так вырубается. Правильно, смотри, на одном этом, на одном окне два кондиционера. Ой, мама дорогая, автобус. А приложения что-то нет этого адреса. Держитесь правый полос. Через 500 метров держитесь левый полос. А там какое-то приложение. Замерзли все, да, после жары. Да. Тенечек. Видел там справа это, полевая кухня стояла. Вот надо было туда заезжать, палаточку ставить, там все, кухня полевая. Там на вышке. Может, эту кухню зацепил бы с собой, как прицеп, и поехал. Такой кухни наваришь, так сразу на неделю. Да, еще и будешь продавать. Ничего не меняется, давай напи. Поверните направо. Ой, мамочки, аж молоко упало. Фу, куда приехали, фу. Прямо 1 километр. Андрюха, это ты сделал? Ага. Воняет не так, не до такой степени, да? Тут вообще ужас какой, да? Запах. Откуда бы мы ни ехали, все равно мы приезжаем это. Сам. Генератор стоит, да, что ли? Постоянно на свет включается.
не было этого. Ты где были? Здесь стройка-то была. Ну вот, видишь как. Мы ходили тут строить забор. Ну. Там тоже стройка. Идет, наверное, еще. Нифига себе там смотреть, здоровый какой, там ходить тут рядом, магазинище. Ты где тут рядом-то, смотри, сколько идти? Мы все равно бегали вот сюда, в магазин, на углу какой-то, самый близкий. Бля, придется гулять, ё-моё. Вот эту вещь, как что-то добросить. Не достроен, да? Как юбилейно. Какая территория была в соснах? Да, да, да. Через 300 метров поверните налево, во двор. Много сосен не сажают, сажали бы больше. Они же быстро растут. Сколько лет мы ездим, потому что там все выросло. Это все старые посадки.